Ученые, возможно, раскрыли обман века. Ко мне обратились сотрудники. Обнаружили элемент, который зубы просто разъедает. Пропитано диоксидом титана. Обработано молекулярным покрытием. После этого я вообще не верю производителям. Размер с молекулу. Под действием света происходит химическая реакция. Смертельно опасное вещество, диоксид титана. Нейтрализует вирусы, бактерии и грибки, превращая их в H2O и CO2. Слушайте, я не знал, что вирусы, бактерии и грибки состоят из воды и углекислого газа. Диоксид титана оказывает вредное действие на печень, почки, сердце. Указано, что можно стирать. Великобритания. Сделано в Индии. Сотрудник сообщает, что от таких масок происходит першение в горле у большинства. Вызывает рефлекс на кашель у большинства. Головокружение у единиц. Металлический запах вначале, а затем вкус на языке, но непродолжительное время. У 60% испытуемых крыс обнаружили начальную стадию рака. Вызвало онкологические изменения кишечника у 40 животных, то есть рак. Утверждали воздействие диоксида титана на ДНК. Вот они, наверное, и решили проверить на людях-то, а? Через маски, через масочный режим. И проверяют на людях по устному приказу директоров. То есть диоксид титана, он еще и костные ткани разъедает. Народ, будьте осторожны, не носите, что попало. Знаете, возможно, это ваша новая доза яда. Всем привет. Сегодня поговорим о масках-убийцах и о так называемом масочном режиме. Ко мне обратились сотрудники Сургутска, мощнейшая электростанция в Сибири, и сообщили, что им выдают вот такие маски и требуют от них носить. Это четырехслойная многоразовая маска с антибактериальным и антивирусным покрытием, якобы пропитана диоксидом титана. Написано, что уничтожает вирусы, бактерии и грибки. Стоимость такой маски примерно 1400 рублей. Маска снабжена индикатором активности покрытия, исчезающим в течение 30 дней. То есть маска многоразовая, можно стирать и пользоваться ей в течение 30 дней. Упаковка сделана с претензией на высокие технологии. Вот так она выглядит. Размеры небольшие, упакована в бумажный картон, запечатана не герметично. Давайте подробнее почитаем, что это такое. Маска обработана молекулярным покрытием. Обращаю внимание на слово молекулярным. Размер с молекулу нового поколения, использующим фотокаталитическую технологию. То есть реакция идет на ультрафиолет. Под действием света происходит химическая реакция. На основе диоксида титана. Покрытие Invisi Smart Shield нейтрализует вирусы, бактерии и грибки, превращая их в H2O и CO2. H2O – это вода, CO2 – это углекислый газ. Слушайте, я не знал, что вирусы, бактерии и грибки состоят из воды и углекислого газа. Процесс дезинфекции маски активизируется при воздействии света. Технология обеспечивает безопасность и комфорт для людей и окружающей среды. Дальше интересная схема, то есть вдыхаемый зараженный воздух превращается в обеззараженный воздух. А выдыхаемый зараженный воздух превращается в выдыхаемый обеззараживаемый. Так, на маску нанесен логотип, который является индикатором срока ее службы. В течение 30 дней логотип становится блеклым и когда необходимо сменить маску. Чтобы продлить срок эксплуатации, храните маску в защищенном от света месте в те периоды, когда вы ее не носите. То есть происходит химическая реакция под светом. Состав: диоксид титана, полипропилен. Хранить в темном сухом месте, указано, что можно стирать. Эксклюзивный дистрибьютор на территории России, СНГ, Грузии и Украины, некая ЗАО Юнидент. Можете сами пробить, кто это, что это, выписку EGRUL и все остальное, и где зарегистрированы. Производитель Invisi Smart Technologies UK LTD, то есть LTD это общество с ограниченной ответственностью. 80 Scraps Lane, Лондон, NV10-6RF. Великобритания. Сделано в Индии. Лот непонятный код. Мануфактуре, то есть дата производства 01.06.2020. Смотрим на противоречия. Тут пишут, что уничтожает вирусы, бактерии и грибки. Здесь пишется, что нейтрализует вирусы, бактерии и грибки, превращая их в воду и в CO2. Ох, как же любит наш народ обманывать. Так, вот он сайт Invisi Smart. Здесь упаковка выглядит совсем по-другому. Маска выглядит тоже по-другому. Сайт так себе, одностраничник. Здесь описывается технология. А маски, в принципе, то же самое написано. Вот, даже они процесс нарисовали, что бактерии, вирусы и грибки превращаются в воду и углекислый газ.
что является безопасным для человека и окружающей среды. И тут же они пишут, что убивает коронавирус, обладает биоцидной активностью, предотвращает заражение, самоочищающийся, многоразовое, легко дышать. Забыли дописать, что можно стирать. Ну, здесь у них почему-то герметичная упаковка. И выглядит по-другому. Ну, указаны контакты. Можете сами зайти посмотреть. Сайт ни о чем. Одностраничник. Самое главное, сотрудники сообщают, что от таких масок происходит першение в горле у большинства, вызывает рефлекс на кашель у большинства, головокружение у единиц, металлический запах вначале, ну, наверное, привкус, а не запах, а затем вкус на языке, но непродолжительное время. Я немного почитал про диоксид титана и выяснил, что диоксид титана используется в качестве пищевой добавки, есть 171 во многих пищевых продуктах и запрещен во Франции. Почему? Ученые Французского института сельскохозяйственных исследований ИНРА в течение 100 дней поили подопытных крыс водой с диоксидом титана. В ходе исследования выяснилось, что ежедневное употребление пищевого Е-171 вызвало онкологические изменения кишечника у 40 животных, то есть рак. Причиной стали наноразмерные частицы. Наноразмерные частицы. Молекулярным покрытием. Молекула имеет размер нано. Содержащиеся в диоксиде титана. Они настолько малы, что могут проникать через стенки кишечника в кровоток, накапливаться в организме, снижает иммунитет, вызывает воспаление и даже рак. То есть спокойно гуляет по всему телу. Результаты этого исследования в начале 2017 года опубликовал научный журнал Scientific Reports. Франция обратилась с этим исследованием в комиссию ЕС, пояснив, что эта информация доказывает необходимость запрета Е-171. Комиссия поручила Европейскому агентству по безопасности продуктов питания EFSA провести дополнительную проверку, ознакомиться с новым исследованием и предоставить заключение. Но французские ученые не остановились. Все больше исследований доказывали токсичность Е-171. Некоторые из них даже подтверждали воздействие диоксида титана на ДНК. В феврале 2019 года Франция в очередной раз обратилась в Европейскую комиссию и снова ЕФСА решила, что оснований признать добавку диоксида титана опасной при употреблении в пищу нет, несмотря на 25 новых исследований. Якобы исследования проводились на крысах и сведения о влиянии на человека недостаточно. Вот они, наверное, и решили проверить на людях-то, а? Через маски, через масочный режим. В одни маски добавляют диоксид титана, в другие как, ну, еще что-нибудь, какую-нибудь химию. И проверяют на людях по устному приказу директоров. Ну а теперь смотрим сюжет РЕН-ТВ о том, что в зубной пасте обнаружили опаснейший элемент, разъедающий зубы. То есть диоксид титана, он еще и костные ткани разъедает. Мало того, что рак вызывает и гуляет свободно по всему телу, так он еще и костные ткани разрушает. Народ, будьте осторожны, не носите, что попало. Ученые, возможно, раскрыли обман века. Почти в каждой зубной пасте, которой пользуются все по несколько раз в день, в надежде защитить свои зубы, обнаружили элемент, который зубы просто разъедает. Что это, маркетинговый ход или случайно когда-то допущенная ошибка? Анастасия Серманова разбиралась. Вместо мятной свежести – привкус тревоги. Обыкновенную чистку зубов приравняли едва ли не к пагубным привычкам. Неожиданное и даже немного пугающее открытие сделали французские ученые. Они уверены, каждое утро миллионы людей, сами того не зная, начинают с небольшой дозы яда. После этого я вообще не верю производителям. Теперь готовлю пасту сама. Мне кажется, здоровье важнее зубов. Я всегда думала, что паста – это химия. В ней полно всяких веществ, о которых даже не пишут. Российские ученые подтверждают – белоснежную улыбку сегодня отвечает смертельно опасное вещество – диоксид титана. Его добавляют почти во все зубные пасты. И кариес здесь уже не кажется серьезной угрозой. Тех крыс, которые получали чистый диоксид титана, развивалось больше онкологии, чем у тех, кто его не получал. Диоксид титана оказывает вредное действие на печень, почки, сердце этих животных. Снижает у них функцию иммунитета, изменяет состав микроорганизмов в кишечнике, уменьшается количество полезных микроорганизмов. Говоря обычным языком, диоксид титана – это краситель. Он есть в белой краске, строительном лаке и эмали. Более того, такие продукты, как крабовые палочки, соевое молоко и даже шоколад, тоже его содержат. Главная причина – низкая стоимость. Необходимо, чтобы производители отказались от использования диоксида. Это опасно и, главное, непонятно, зачем такие риски, если это всего лишь краситель. Мы требуем срочно принять меры и спасти наши зубы. И не только их. В то время как производители уверяют в полной безопасности своего продукта, у 60% испытуемых
испытуемых крыс обнаружили начальную стадию рака. Это же настоящий яд. Я даже перестал поливать этой побелкой свой сад. А вы до сих пор чистите ей свои зубы. Несмотря на результаты исследований, производители вряд ли откажутся от диоксида титана. На кону белоснежная репутация компании. Ведь без этой добавки продукты просто потеряют свой товарный вид. Во всем мире это вещество до сих пор официально разрешено. И если вы видите в составе Е-171, знайте, возможно, это ваша новая доза яда. Анастасия Серманова, «Известия», специально для РЕН-ТВ.